Маша, я не хочу это говорить. Нет, надо секрет показать. Зачем? Надо секрет показать. Маша, ну я не хотела. Как не хотела? Маша, я не хочу, что я все вообще показываю. Как все? Ну, я, ну как ой, это? Ой, сырую можно съесть? Нет. Почему? Ну это я на день рождения. А можно сейчас сырой кусок один? Нет. Смотрите, Оля к дню рождения готовится уже. Как вы думаете, можно съесть сырую рыбу вот эту или нет? Ну, если ты хочешь глисты, чтобы были. Ну, очень хочу. А тартар же готовится из сырой рыбы. Маш, это из сырой, которую только что выловили, еще не успели глисты завестись. А мне так... Смотрите, это Оля так солит рыбу. Мам, чем ты солишь? Что ты делаешь, скажи, соль? Какая приправа для рыбы? Тогда не будешь есть. Как это не буду? А ну-ка признавайся, что ты, как ты ее солишь в день рождения? Маш, это состав, определенный состав. 3 ложечки соли. Ну? И ложечка сахара. Что? Все. Сахара? Да. Ты что, шутишь? Нет, ты всегда ела и ничего. Так я же не знала, что ну, там теперь, сахар. Ну, теперь знай и ешь спокойно. Потому что ты ела и ничего не случилось с тобой. Боже мой. А я думаю, что я каждый раз после твоей рыбы поправляюсь. Машенька, так все рыбка делает, дорогая моя, все. Мам, я на нее смотрю, у меня же слюни текут. Я представляю сейчас сразу тартар. Оль, тартарчик, мое это розе. Машуль, подожди, да я спокойно положу рыбку вот сюда, засолю. Маша, давай, можно я кусок себе сделаю сейчас поесть? Нет. Почему? А как это можно? Как это можно? Как? Сырую рыбу, как это можно? Ну, Маш, я хочу. Ну, ладно, Машуля, ну ты что, прям смеешься, что ли, а? Дорогая моя. Слюни текут, да, Маш? Слюни текут, реально. Ну, не надо было приходить. Надо было с собачкой еще погулять, и ты бы не знала ничего про рыбку. Ты лежала бы и лежала. Сырая, так я люблю уж сырую. У меня же это мое самое любимое блюдо. Оль, покажись, повернись. О, ужас. Я что-то, знаете... Сдала, да? Сдала. Поплакала. А ну иди. Не надо было плакать. Смотрите, какой у меня свитер красивый. Очень. Это по-моему, тоже, да? Маша. А еще мне сейчас позвонили и сказали, что в Ялте на открытии конкурса красоты мне нужно играть. И я вот думаю, платье-то надо какое-то красивое одевать, да? Конечно, не брюк уже. Какое? Они сказали взять 3 платья. И тебе, мам. Мне не надо платье. Мне зачем? Я же не участвую ни в каких конкурсах, нигде не сижу. Ты будешь играть со мной? Маша, потерпи. Рыбная... Да, рыбная... Мам, сейчас придет съемочная группа. Я Маша, во сколько? Баклажан, полосатик убираю. Нет, пока не убираю. Во сколько придет? Ну, конечно же, у нас качество рыбы никак для суши. Мама ее вчера купила в спаре. Поэтому сами понимаете. Мам, чем будем встречать гостей? Маш, ну, я тебе серьезно говорю. Каких гостей, Маш? Ну, вот каких? Съемочную группу. Ну, я в прошлый раз что-то помню, но сейчас я не в состоянии. Я устала. О, коробка конфет осталась. Ноутбук убираем со стола? Нет, пускай будет. А ноты? Ноты я сейчас должна заклеить. Маш, во сколько они приходят? Они в 16:00. Серьезно? Да, в 17:00 уже массажист приходит мой. Так, а сейчас сколько? Время? Сколько времени, скажите, уважаемые дамы и господа? Время сколько? Уважаемые дамы и господа, в студии сколько время? Так, сейчас я... Оля, вас поставлю на секундочку, пока отнесу. Все. Маш, ты без секунды не ходи. Вы знаете, я не вижу, дорогие мои, что очень далеко стоит. Вы просто меня видите. Но я... Маша, ты что там ищешь? Я? А, убрала. Ой, спасибо, доченька. Спасибо, а то я бы не подняла, что ты убрала. Спасибо тебе большое. Я хотела тебя попросить. Кто-то тебе пишет, да, Маша? Так, что пьем? Маша,
Так, ну что? Девочки, что ли, еще два кусочка? Здравствуйте, красавица. Мам, время-то 13:41. Да ужас. Они придут через 2 часа. Ну все, надо убираться. Вот молодец, что начала там что-то. Я сейчас убираться буду тогда. Маша, убери, пожалуйста, мамуль, от меня. Мамуль, извини. Я очень люблю твой огород потрясающий. На, убери пока. Куда мы его убираем? На балкон можно? Нет, нет. Прямо оставишь здесь сейчас. Я на столе его не оставлю. Я хотела пересадить, и мне вот, знаете, у меня даже нет возможности. Я, вот я погорячилась, когда согласилась, и мне растение для меня это как вот... Ну, смотрите, живу. Какая у меня красота от малины африкантовой. Ну, это вообще прелесть. Это оставляй, пусть на самом деле... Зайку, конечно. Я скажу, что мне подарила зайку моя подруга. Да, Мариночка. Марина африкантовая. Ой, такой красивый заяц. Это же все мать. Очень красивый. Очень. Вот. Все, пусть здесь сидит за столом. Немножко соли не хватило, ну чуть-чуть. Будет один кусок вообще не соленый, значит. Видела этого зайца. Фото мне не понравилось. Какое? Ничего не выкладываю. О чем мы говорим? Лимоном. А, говорят, лимоном нужно сбрызнуть рыбу. Не надо, ни в коем случае. Сырой, пока она еще не засолила, ее нельзя, дорогие мои. Нет, когда вот кушать, уже тогда можно. Тогда можно. Мамуль, я очень рада, но у меня где поесть-то? Что а есть? Тебе есть ничего пока? Я еще не сделала. Можешь заказать что-нибудь? Хочешь отбивную сделаю тебе нет, сейчас? Нет, я не хочу. Можешь заказать что-нибудь? Нет, конечно. Может, роллы закажем, мама? Ну, Маш, это я... Еще близко не ела. Дай посолю. Мамуль, скажи рецепт засола просто. А, вот вы знаете... Честно, это моя... мама изумительная рыба. Это сестра меня научила. Ну. Она кладет... ну, я же немножко делала. 3 чайные ложечки. У меня специальные даже штучки, которые... Покажи, как получилось. Что? Вот там, с той стороны покажи. Что это нужно, не значит, 3 чайные ложечки? Чего? 3 чайные ложки... соли и 1 чайная ложечка забыла, сахара. Угу. Теперь я кладу сюда. Куда? Сюда. А сюда зачем? Пакет. И сразу в холодильник. Сразу в холодильник до завтра. Как? Так, а ты? Я думала, сегодня буду есть. Сегодня не будешь. Почему? Она сырая. Не соленая. Маш, ну и потом я же для чего-то делала его. Тепло. Тепло. В холодильнике мне тепло кажется. Машуль, тебе так свитер этот идет? Очень. Такой красивый свитер. Он нет, тебе... вы знаете, я не люблю готовую. Потому что вот так, как мама делает, это можно просто пальцы облизать от вкусноты. А там все-таки они делают махинач, это химичат. Мама супер, я согласна. Мам, я буду сниматься с хвостиком сегодня. Маш, не надо с хвостиком. Маш, не надо, Маш, а тебе... Что? От хвостика можно отрезать? От да, я сейчас буду себе готовить тебе... сама рыбу. Вот жарить. Жарить будешь? Да, я буду кушать прямо сейчас с может... солеными огурцами. А может быть, с солеными? Да. Чтобы отекла? Чтобы отекла, мечтала. Сегодня пятница. Будешь отекать? Да, буду отекать. Мань, да. Нельзя есть соленую, а потом рыбу и огурцы соленые. Ты отечешь. Я сейчас у тебя буду... сейчас очень хороший мама, день. Я сейчас буду... Может, ты на пароварке сделаешь? Нет, я пожарю. У меня сегодня вот так, хватит, будет да, так, побольше. В 17:00 мой массажист. В 16:00 приходит съемочная группа, а в 17:00 Стасик. Мой массажист шикарный. Маруська, ты супер. У нас снег растаял. У нас -10, я сейчас вышла. Думала, сдохну от холода. Тортик для гостей купили? Не, не купили. Да это не гости, это съемочная группа. И мы будем конфетами и кофе. Когда продолжение поста? Кто бы мог подумать, что я так буду ждать Машин эфир? Ты помыла голову? Нет, я расчесала, и вроде получше стало. Ну, серьезно. Как часто моешь голову? Честно? Была моя воля, я мыла раз в неделю. Но приходится мыть чаще, и это меня расстраивает. В
Передай привет моей доченьке Катюше. Катюша, привет, родная. Мама шикарная. Ну, это я как бы согласна. Мамоль, давай, я буду себе жарить рыбу прямо сейчас. Я покажу, как жарю. Какая рыба была? Семга. Мне очень нравится семга. Сейчас я буду ее себе сама жарить на антипригарной розовой сковороде. Я тебя всегда жду. А Маша это увлечение. Как вы долго стоите Вовочку одного? А что делать? Выхода нет. Съемки, все дела. Но он уже привык. Маша, вечером будет эфир с мамой? Сегодня... Ты, наверное, сегодня капитально убрала квартиру к съемке. Нет, еще совсем не убрала. Да, сейчас я вам покажу комнату. Не надо. А, не буду показывать. Маша, зачем показывать неубранную комнату? Потом ну все, поднимается настроение. Вы знаете что? Я вам так скажу, вы представляете? Но вот вы со всей душой, а есть люди, которые выходят в эфир, и вот даже бывает в фильмах какие-то киноляпы, человек оговорится, может, что-то. Ну. Ну все, давай. Я сейчас офигею, слушайте. Вы сейчас офигеете. Машка, просто оговорилась, конечно, она прекрасно знает, что Щедрины Плесецкая и Ростропович Вишневская, это знает весь мир. И Маша оговорилась. Слушайте, вот вы сейчас упадете просто, что было? Да, и наша знакомая хорошая. Вы знаете, она все время выходила в эфир. В эфир. Я с ней здоровалась, говорю, Машенька, привет, все дела. Слушайте, что она сделала. И вдруг это пишет, что... Вы даже помните, у нас мы обсуждали, что видение Анны Грозновой и Ростроповича. Она еще сказала, Олечка, расскажи, пожалуйста... Про вот видение Иоанна Грозного. Помните, было вот это как раз разговор? Я говорю, да, Ростропович, типа, муж Плесецкой. А я вспоминала, как она лебеди танцевала просто. И говорю, нет, Вишневской. Вот. И слушайте, что дальше. Мам. Ну, я уже не буду, Маша. Ты же мне не даешь вообще сказать. И вот знаете, что я вам скажу? Вот это... Девица. Но она не девица, она уже в моем возрасте практически. Ну, какая в возрасте? По-моему, она уже это отовсюду ее... Понимаете, вот бывает у человека гадостный характер. Вот слушайте. И язык грязный. Она сказала, что выпускница Московской консерватории не знает мужа. Там, чья это жена или кто там, чей это муж. Понимаете? И я вот думаю... Просто вот человек захотел себя выставить в таком свете, что вот она все знает. Представляете, какой позор? Да. А уж выпускница Московской консерватории точно, наверняка все знает, понимаете? И она настолько... Да даже если человек... не знала, да сам даже факт. Если, даже вот если не знать, кто чей муж, а просто знать была. Отдельно, кто такая Плесецкая, выдающаяся там балерина. Кто такая эта Вишневская, певица в Большом театре, была сопрано, ну, хорошая очень сопрано, понимаете? И что она жена там, вот неважно. Мало того, я вам скажу, это вот, я не понимаю, что человеку не имется писать вот, гадости про всех. Я помню, мы, говорит, она недавно писала. А вы знаете, вот если кто вспомнит, кто она, скажите, потому что я хочу лично ее заблокировать. А вы поняли, кто это? Ее уже все заблокировали, потому что она гадости пишет людям. О тех людях пишет, с которыми хорошо знакома, которых хорошо знает, с которыми прекрасно когда-то общались. Ну, вот то, что я с ней больше общаться не буду, так это нет, однозначно. Вы представляете, я просто вам сейчас хотела сказать. Можно я вам скажу, да? Я настолько, ну, всех люблю, да? Вовочка, фу. И она выходила в эфир ко мне постоянно. Я говорю, ой, Машенька, привет, типа. Еще с такой душой к ней, ну, как ко всем, собственно вот говоря. Не надо, Маш, вот не надо. Как помните, ты... Мариам какая-то? Короче, Маша Мжельская. Маша Мжельская. Может быть, у вас есть Facebook, просто я там не зарегистрирована. Короче, она там Маша Мжельская, и она написала в Фейсбуке про меня. Гадости. Вот такие гадости. Я просто, знаете, ну я на эмоциях, да, оговорилась. Еще говорю, ой, какой Плесецкой, Вишневской. Да. Ну, просто. И вы представляете, мне сейчас звонит моя тетя и говорит... Маш, не надо про тетю, не надо. Совсем что ли с ума сошла? Что это за женщина? Ну, вот просто неприятно, потому что я с ней реально хорошо, да, и мне все уже написали, там, в Самаре, кто прочитал, говорит, вообще, как? Да. И я реально, в эфире, каждый эфир вы видели, ой, Манечка, привет, и она еще говорит, Оля, расскажи. Маша, они все,
забыла. Расскажи, Олечка, как вот видение Анны Грозного. Ну вот, представьте, вот посмотрите. Может, она хотела, чтобы про нее... Да, она в красном, на фото с мужчиной. Это она, дочь. Посмотрите, кто. Пожалуйста, это? Скажите, кто. Я хочу, во-первых, заблокировать здесь. Просто я не знаю, как ее найти. Мариам, она в красном, и да. Может быть, и в красном, а может и быть. Она, и вот в Фейсбуке, если у вас есть Фейсбук... Я не знаю, там как, можно найти друзей вот так, или как там, кого? Напишите ей, пожалуйста, мне неприятно. Нет, спросите, какой у нее Инстаграм, пусть да. Инстаграм, и мы ее заблокируем. Просто она говорит, Олечка, Олечка, и я еще такая говорю, Машенька, Олечка. Привет. А до этого она сказала, типа, ой, я говорит, тоже писала в конкурсе там. Ладно, ладно, неприятно. Маш, все забыли про нее, что-то мы сегодня возбудились. Не, не по делу. Да. Ой, Жанна, привет, моя родная. Ты слышала, да, что произошло? Я была в шоке сейчас просто. В общем, найдите, напишите мне в директ, кто ее найдет, пожалуйста. И если кто-то в Фейсбуке есть, напишите ей, пожалуйста. Сколько маме лет? Ей? Примерно. Ну, помладше немножко меня, наверное. Ну, 50 можно. Ну, 50, прям. 60-то уж точно ей. 60 где-то, наверное. Ой, будет. Найди, Евочка. Маша Мжельская, Марианна Мжельская из Самары. Пожалуйста, найди. Давай позитива больше. Маш, правда, а то мы сейчас из-за нее будем людям голову морочить. Правда, еще чего не хватало нам. Нет, я только вошла. Ладно, не буду больше говорить, Жанночка. Отдельно тебе напишу. Просто, ну, неприятный момент, вот и все. Мамуль, я можно уже рыбу жарить буду, да, себе? Машенька, сковородочка сейчас греется уже. Вот как нагреется, ты положишь ее. Или мне положить? Я положу. Хорошо. Я положу сама. Маша, это очень красиво. Что случилось? Рыбы не будет, будет. Нужно нам просто пожаловаться на ее страничку. Да, ну, не надо. Не надо. Просто она... Просто я считаю, что за глаза нет. Говорить очень подло, в глаза писать. Машенька, не... Машенька, привет, мне родная. Даже не за Машу, а за Московскую консерваторию обидно, которая лучшая консерватория в России, понимаете? Ну, еще считается хорошая консерватория питерская, в которой, кстати, она училась. Поэтому мне обидно за консерваторию. В консерватории дают блистательное совершенно образование. Там даже лучший, вчера было видно, как мы там, с Гордоном общались. Там лучший ректор. Понимаете? Тише. Лучший, блестящий. Да. Она в эфире? Где? Я не вижу ее. Скажите мне. Она знает, что она не... Я ее сейчас заблокирую. Короче, не в этом дело. Ректор консерватории Московской даже сказал, что он знает, что я на доме 2 была, и он сказал, что... Машенька, не надо говорить про ректора, что ты не слышала сама ничего? Ну да, но то, что он даже, ну, сказал, хорошо, то есть, ну, такой человек хороший очень. Маш, он вообще блестящий, умница. Читаю комментарии. Последняя история. Многие пишут, что это выдумка. Кому верить? Маш, ничего не оправдывает, ты не говоришь. Пусть пишут. Вот. Манечка, улыбнись, солнышко. Пусть пишут. Машенька, все. Это не важно. Да. Мы-то с вами знаем правду. Значит, это, представляете? Говорят, она в эфире. Блин, где она? Я хочу видеть ее в лицо. Брат. Пусть она скажет свое привет, и я скажу ей пока на это. Вот. Нехороший человек. Нехороший человек. Очень. Очень нехороший. Мама красавица сегодня. Как попасть в консерваторию учиться? Ой, ну туда очень сложно. Это очень сложно. Очень. Надо вкалывать по-черному. Все-таки эта консерватория лучшая у нас в России. Я, чтобы это туда попасть, занималась сутками. С 3-4 лет по 12 часов в день. Каждый божий день. Ну не по 12, Маша, это ты уж... Ну а сколько? Ну сколько? Ну сколько было свободного? Ну сколько? Она с перерывами. Если вы думаете, что человек вот стоит и занимается, нет. Она, знаете, позанимается, там отдохнет, полежит, еще что-то. Ну так вот, так и так целый день. Целый день. Пусть голос подаст, правда. Нашла в Фейсбуке, но не могу статью найти. О, Беловакер, найти, доченька моя.
Машу, это лапа. Спасибо большое. Очень нравится мама. Большой ей привет, дай Бог здоровья. Спасибо. Ты красивая. Видите, я тоже завелась. Мы завелись все. Моя лапочка. Жанночка, люблю. Да, очень неприятно все это. Главное, знаешь, что? Думаю, человек сидит в эфирах, да? Это же просто такой бред вообще. Нет, это свитерочек. И вот такие штанишки. А что это? А свитерочек, да, здесь. Маша, ты забыла про рыбы. Вы очень общительный человек и ваша мама. Нет, я иду ее делать. В студии? Нет, в студии мы только вышли. Я буду сейчас жарить себе рыбку. В прямом эфире. Вот рыбка моя. Вот такой кусочек. И? Я уже посолила, я посолила. Знаю, вот такие вот любимые мои итальянские правы. Ой, очень соль шикарная. Если даже мама завела сделать... Да, если мама, это реально серьезное дело, клянусь вам. Я просто... Мама реально. У нее глаза сошлись. У мамы. Озлобела. Да, правда. Я клянусь. Да, правда. Озлобела мама в студии. Прям у меня очень. Прям вот мне прям плохо стало. Ей стало плохо. Она озлобела. Говорит, все. Ищи ее. Выходи ищи, в эфир. Реагируй срочно. Выходи, говорит, в эфир. Сейчас тебе расскажут, все помнят. Все нас любят, все скажут, я кто говорю, она. Все знают. Все, говорит, знают. Вы знаете, чтобы маму вывести из себя, это вообще нереально. Она мне... только плачет. Вчера Маша... всю студию с Гордоном залила слезами. Мне обидно за то, что о консерватории плохо отозвались, о культуре плохо. У нас блестящие люди в России. Маша, там цитата. Все. А, нет, нет. Я положила рыбку. Ну, видите, у меня такая розовая сковородочка, я купила антипригарную. Пока она греется, а потом уже поставишь на пятерочку. Вот видите, какая у меня рыбка. Сейчас буду кушать. Жанночка, люблю тебя. Что это Жанночка? Жанна из Дубая. Это моя подружка. А, я с ней познакомилась в Инстаграме, обменялись номерами уже. А, да. Ничего. Давай, тогда я положу сюда все. Маш, перед загаром солярий мажешься кремом. Ой, с массажистом мне все скажут, что эфир просто все это. Маша, ты не ответила, что ты не ходишь в солярий, а ходишь к чернике. А, я никогда не хожу в солярий. Никогда. Это очень вредно. Я хожу только к чернике. Нет, ну кто-то ходит, пускай это немножко. Раз в неделю, может, и можно. Не, в солярий вредно. Съемочная группа приходит к... Маш, как относится к Армении, к нашей кухне? Ну, вопрос такой, на самом деле, немножко для нас смешной, как мы относимся к Армении, потому что у меня папа армянин наполовину. Прекрасно готовила свекровь, просто блестяще. Вот я вам скажу, свекровь моя готовила просто обалденно. Пекла, а потом я еще была... в Краснодаре, а там тетя Лиля была. Готовила сумасшедше. Я когда приехала из Краснодара, я там гастролировала месяц. Ну, вот такая была. Так вкусно было все. Она говорит, кусочек Наполеончика съешь? И даже, знаете, вот такой. Тортик! Как сейчас тортики от Палыча маленькие? Вот половину тортика она давала. А не съесть невозможно. И оставить нельзя, потому что очень вкусно. Жду тебе. А, скинули. Жабу тебе скинули. Как нашли? Как это, нашли? Они все, это же мои друзья. Это же мои все друзья. Скинули Спасибо. Профиль. А как это, посмотреть ее профиль? Скинули выше. Блин, я такая тупая. Я же не Маш, поняла. Ты, я думала, вы в директ скинули. Я думала, куда скинули. Ой, какая я тупая. Мама, рыба сейчас сгорит. Быстро на пятерку. На так, пятерку. На пятерку ставлю, ребят. Сейчас, подождите. Мама. Я испугалась, что сгорит.
Ты не похожа на армянку. Ну, потому я... что у него папа был сибиряк. Мама только была армянка. А мама армянка, у папы, но она прям, знаете, такие черные волосы. У меня в нее, кстати, пустые были до жопы, пока не спалили мне нахрен. Папа сибиряк был. А у меня и мама, и папа русские, поэтому я как бы, ну так он. У папы мама очень сильная женщина, потому что отец у него, к сожалению, очень рано умер. И она воспитывала двоих детей. Да. Папу с 3 лет и... Нет, пап, нет, нет. 8, по-моему, 8 было папе, а Гали 5, по-моему. А, 8 и 5. По-моему, я точно не помню. И вот знаете, у меня с тех пор вот этот вот бздык, когда мне папа говорил, что я лежал с мамой и проверял, дышит ли она. Но когда папа умер, он на его глазах, он боялся. И у меня сейчас такой же вот от папы, наверное, остался. Маша, Маш, Маш, ты вот не помнишь ничего про, про то, как умер папа? Нет, мне сказал папа, что не, он не лежал было. И боялся, что мама не дышит, его. А, его мама не дышит. И он у меня тоже боялся? От него это началось, что я к тебе ночью подхожу, по 10 раз и спрашиваю, как ты. Ну, ты еще из-за бабушки. Здесь что бабушка-то. Жабу нашли. Я к вам приеду. А как ее найти? А может, не без косметики сегодня сниматься? Уголовный розыск. Это реально. Вот так вот. Жаба, ну не жаба, Маша Мжельская. Просто. Нет, у нее это нет, у нее ник другой какой-то, не такой вот, как Маша говорит, это нет. У нее просто она постоянно к нам писала, здоровалась. Родные, здравствуйте, типа, как дела, все дела. А в итоге такое про меня в Фейсбуке написала. Позорище. Ты видела, что я сделала? Что ты сделала? Я взяла корм собачий и понесла в комнату. Посмотрите, мама корм собачий из студии забрала. Чего я понесла? И понесла ко мне на кровать в комнату. Зачем? Зачем? Никому не понятно. Непонятно. Какой у тебя рост? 1,68 м. Рыба горит? Нет, вот она. Ну, лежит. Вот, ну вот даже вы почувствовали. Вот она! Вот она! Быстрее! Быстрее! Мариан, вот Марианна на Мжель, быстрее, быстрее, ищи, быстрее, я держу, телефон неси, быстрее, мой, мой? Да, быстрее, пиши, пиши, да не надо писать, не пиши ничего, не пиши ничего, комментарий ходит, надо найти, тише, Маш, я не могу найти, быстрее, да я телефон не найду, куда ты его делал, быстрее, в студию, вот он, держи, ищи, это набирай, Марианна на быстрее. Маш, Маш, можно спокойно? Ищи! Ищи! Я сейчас уйду отсюда. Я не собираюсь идти из моего. Быстрее, заниматься. Ищи. Бля, Аня, вот она. Все, не пишите комментарии, стойте. Прошу, минуту. Мам, ну давай быстрее, ну что такое? Нет, не все, у меня не капает. Так, что ты не... делаешь, мам? Так, а как писать? Ты что, не можешь найти Инстаграм? А в чем дело? Маша, Вова заводится от тебя. Такие становятся, такие уже. Идиот, Вова. Ребят, подождите. Бля, все ушло. Пусть они запомнят и забьют. Да что за фигня? Да знакомо. Вот в этом-то все и противно-то. Из-за чего? То, что она нашла меня в Инстаграме. Вот она. Все. Она? Да. Маш, ну ты подожди, пока ее не блокируй. Она будет. Все. Ну, блокирую. Видно, нет? Все, заблокировала. Все. Заблокирован аккаунт. Люблю вас. Спасибо. От чистого сердца. Вы моя прям сила, семья. Спасибо. Не будет она мне писать гадости больше такие. Веснушка, все, вся моя семья, спасибо вам огромное. Надо выпить. За это. Мама поверила, что сейчас это ресторан. Сейчас, ребят, секундочку. Выйду в эфир. Перезвоню, секунду.